Да, Сергей. Павел, привет. Понимаю, что твой отпуск уже начался, и ты прямо сейчас на пути к дому, но у меня будет к тебе одна маленькая просьба. А, только не начинай. Прошу, прости меня. Ты лучший специалист по недвижимости в моей фирме, и мне больше не к кому обратиться. Клиент очень широк, понимаешь? А делов всего на 30 минут. Плюс отличные комиссионные, неплохой бонус к свадебному путешествию. Сколько? 20% от сделки. Нужно проверить квартиру перед сдачей, убедиться, что все в порядке, и оставить ключи под ковриком на входе. 30%. Ты меня без ножа режешь, алчная жопа. Ну, в таком случае проверяй квартиру сам. Нет, нет, стой. Ай. Ну ладно, я согласен. Накину еще 10% за срочность. Тогда по рукам. Я локацию сейчас скину. Тебе позвонит клиент, и вы с ним обо всем договоритесь. Только не хами ему ради всего святого. За это накину еще 10%. Павел, я серьезно. Он... заебал со своими правилами. Да, слушаю. Добрый вечер, Павел. Меня зовут Михаил. Я по поводу квартиры. Я в курсе. Надеюсь, вы успеете сделать все к утру. Моя мама очень устанет с дороги, ей нужно будет отдохнуть. Приведите все в порядок и подготовьте кровать. Подушки взбить или вы сами? Что ж, Сергей предупреждал о вашем характере. Уверен, он помогает вам в бизнесе. Не делайте ничего, что противоречит вашим убеждениям. Просто сдайте нам эту квартиру. Постойте, ваш голос, он кажется мне знакомым. Мы уже пересекались? Это вряд ли. Пусть так и остается впредь. Прощайте. И вам не хвора... Да, ночка обещает быть интересной. Ну и кто там лапает мою машину? Ёб твою мать! Долбаная псина! Напугала до усрачки! Кто так хранит стекло? Это небезопасно. Вот эта злополучная квартира. Надеюсь, открыта. Надо проверить. А, ну конечно. А ключ где? Еще и телефон разрядился. Интересно, в этом чертовом доме хоть что-то работает? Что, серьезно? Как своевременно? Это что еще за херня? Кто-то побежал наверх? И куда все делись? Мне что, теперь вглядываться в каждый лестничный проем? Похоже, я в этом доме не один. Очень интересно. А конкурсы с аниматорами будут?
Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток выбраться самостоятельно. Сохраняйте спокойствие и ждите помощи. Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток. Тут кто-нибудь есть? Эй, вы там застряли, что ли? Ну, а на что это еще похоже? Скорее всего, застрял. Вы можете помочь? Да, наверное, предохранитель выбило. Я сейчас попробую все исправить. Благодарю. А это случайно не вы, как сумасшедший, бегали по этажам? Я только что пришел, так что это точно был не я. Вообще здесь давно уже никто не живет. Очень странно, что вы... Эй, все в порядке? Вы еще там? Ау! Будем надеяться, что его не сожрал тот дикий пес на улице. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек. Не заходи. Что за хуйня здесь происходит? Я сваливаю отсюда.
Я потеряла все свои деньги. Он не отвечает на мои звонки. Он притворялся хорошим человеком. Ой, сердце. Мое сердце. Мне плохо. Кто-то запер меня в этой квартире. Что за чертовщина здесь творится? Дождусь утра и позову на помощь. В любом случае, здесь намного безопаснее. Как же здесь темно. Нужно найти фонарик.
Нужно все осмотреть в этой чертовой квартире. Может быть, где-то есть ключ. Боже мой! Опять эта жуткая старуха! Главное, не сойти с ума. Это же моя визитка. Что она здесь делает? Должен понять, что здесь происходит. Нужно найти больше информации об этой квартире. Дорогой сынок, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Всей своей материнской душой я всегда рядом с тобой. Когда-нибудь мы обязательно увидимся. И мое сердце, замерзающее на холоде и покрывающееся льдом, наконец-то растает. Твоя мама. Холод? Лед? Что она имела в виду? Небо, солнце, облака. Снизу горная река. Камни круглые лежат. Одиноко им молчат.
Воды нет уже вторую неделю. Так хочется принять ванну, а с ведром я уже намочилась. Кажется, я что-то слышал об этом. Не припомню. Павел, подскажите, квартира на Первомайской 43 еще продается? Я очень хочу ее купить. Это что, она? Я в ее квартире? Твою мать, идиот! А еще шутил про взбитые подушки. Хм, подушки. Thank you.
Ему она понравится. Представляю, как она ему понравится. Дорогой сынок, знаю, что мы давно не общались. Ты не разделил со мной мои новые увлечения, но чем еще заниматься старой одинокой женщине? Ты начал жить своей жизнью, отец ушел от нас, а эти люди, они дали мне надежду. Надежду на то, что моя жизнь не бессмысленна, понимаешь? Сегодня мы проведем ритуал посвящения, а завтра? Завтра тебя ждет большой сюрприз. С бесконечной любовью, твоя мама. Почему вы не отвечаете на мои звонки? Мне сказали, что дом готовят к сносу. Павел, пожалуйста, перезвоните мне. Я копила на нее всю жизнь! Что умерла. Здесь так спокойно. Иди скорее ко мне. Тебе понравится. Ты тоже обретешь покой. Если подойти к демону во время танца, он высосет мою душу. Я где-то читал об этом. Оставь меня в покое!
всего 5 патронов. Нужно использовать их разумно. Пожалуйста, прости меня! Нет, нет, пожалуйста, нет! Я что, кого-то застрелил? Я перестал общаться со своей матерью с тех пор, как она связалась с этими больными сектантами. Какие-то ритуалы, обряды, спиритические сеансы. Она пыталась наладить со мной контакт, но я не соглашался. А затем она решила сделать мне подарок. Купить квартиру в самом центре. Сделку провел этот хитрый ублюдок по имени Павел Лаптев. Он кинул мою мать, хотя по документам все было прекрасно. В итоге дом снесли, и моя мама умерла от сердечного приступа. Она потеряла все. Деньги, сына, жизнь. Я жаждал мести. Однажды на глаза мне попалось объявление. Просто платишь этим людям деньги, и они устраивают злой розыгрыш. Я хотел, чтобы этот сукин сын оказался в квартире моей матери. Чтобы он понял, что натворил. Я даже оставил пистолет в надежде, что он застрелится. Но ситуация вышла из-под контроля. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство и принудительное лечение в психиатрической клинике. Что могу сказать? Я очень рад такому повороту событий. Месть — это блюдо, которое нужно подавать. Я понял одно наверняка. Никто никогда не узнает, что же произошло в этой квартире. Лично я точно не хочу этого знать. Прощайте.